Всем привет! В этом видео мы научимся делать бумажную лодочку или бумажный кораблик. Для этого нам понадобится прямоугольный лист бумаги. Это обычная бумага для принтера. Также можете использовать любую бумагу, которая у вас есть. Бумага для газет, журнальная бумага, салфетки какие-то. Любые черновики, все для этого сгодится. Так, повторяйте за мной. Сгибаем лист пополам. Так. Теперь вот с этого края вот эти вот уголки. Сгибаем к центру. И фиксируем. Вот что у нас должно получиться к данному моменту. Теперь нижние части подворачиваем кверху. Также с обратной стороны. Вот видите, такая вот. Теперь просовываем пальцы и вот так вот растягиваем. Вот эти вот уголки, которые у нас получились, их нужно получается такой квадратик. Теперь нижний уголок. Так, делаем. Точно так же с обратной стороны. Так вот делаем. И у нас получается кораблик или лодочка. Эта лодочка вполне может плавать в водоемах. Можете проверить лично в лужах. В ванне, в тазике с водой. Можно делать разный такой дизайн. Ну так больше сворачиваешь, такая лодочка была, либо вот прям до такого варианта. То есть можно так вот там фиксировать как-то.